Буквально за полтора года необработанный участок земли в северной части города превратился в комфортное место для отдыха, как для ульяновцев, так и для гостей региона. Территорию расчистили от мусора и поросли, возвели три дома и геокупол. Так появился новый парк-отель. В этом году, благодаря участию в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», предприниматели получили субсидии и построили еще два дома, площадью по 60 квадратных метров каждый. Эти два дома сделаны из контейнеров, из двух срочных контейнеров по 40-футовых контейнеров. Они утеплены по новой технологии. Здесь будет тепло, теплые полы. Все как положено, как в любой квартире, как в любом доме. И просто почему выбрали? Это быстрота его, скорость возведения. То есть за 2,5 месяца вот два дома уже они сданы, готовы. Дома прошли приемку, осталось лишь завести мебель и приступить к сдаче гостям парк-отеля. На реализацию проекта было потрачено более 7 миллионов рублей, из которых более 2 миллионов – частные инвестиции. Ожидается, что за счет появления новых домов посещаемость парк-отель увеличится до 6 тысяч человек в год. Предприниматели региона заинтересованы в получении субсидий и активно принимают участие в конкурсах от агентства по туризму региона. Этот запрос от предпринимателей, который сейчас идет в отношении нас, о необходимости поддержки их и их проектов, он сохраняется и, более того, он даже увеличивается. То есть мы, например, в этом году провели конкурс и отобрали 15 проектов, а общее количество заявок у нас было 36. Они готовы будут на следующий год получить финансирование и дальше реализовать свои проекты. В этом году агентство по туризму Ульяновской области получило 68 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. Кроме того, им одобрили еще порядка 142 миллионов рублей на текущий и следующий год. Поддержка предпринимателей ведется по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Кирилл Савосин, Бахтияр Салтанов, Управда ТВ.